Ну вот, Геннадий, чтобы не быть голословным, раз уж обещал, так обещал, надо обещание держать, так сказать, мужик сказал, мужик сделал. Вот, уже приготовил ваш грунт, который вы мне прислали, в горшке насыпал, приготовил клубень аморфофалуса, который сейчас в зимовке у меня идет, в пересезонье отдыха, и вот добавил перлитика. Вот. Ребят, сразу скажу, перлит в состав вермигрунта не входит, и я считаю это правильно. Уж лучше вот этот дешевый копеечный перлит закупить в нужном количестве и добавить самостоятельно, нежели получить облегченную версию грунта. То есть вы платите деньги не за перлит, вы платите деньги за питательный грунт. И вот он, собственно говоря, вермигрунт, он является питательным. Ну а перлит — это дело наживное и копеечное, замечу, очень дешевое. Вот. Ну что ж, приступим к посадке. Так, ну, те же самые аморфофалусы, они сажаются углубляясь, потому что внизу у них никаких корешков не отрастает. Вот, как видите, все корешки отрастают сверху. Я не стал их обрезать, отрывать, пусть останутся как есть. Вот, все, ямку выкопал. Там где-то сантиметр, может, полтора до дренажа. Ну и все, что осталось, это вот засыпать. Вот. Слегка вот так вот уплотнить, по бокам особенно. Вот, середину на клубе не давим, пусть тебе зимует на здоровье. Так, ну вот. Что я делаю еще в дальнейшем? Слегка, слегка, опять же замечу, слегка опрыскиваю. Все. Сильнее не надо. Вот поверхность опрыскали. Пакетиком прикрыли, чтобы грунт быстро не высыхал. Можно завязать и перфорировать отверстие для дыхания, чтобы не застойным получился грунт. Вот. И ждать. Тут самое сложное с клубневыми — это терпение. Все. Осталось сделать несколько отверстий для того, чтобы не закисало там, ничего не затухало, и поставить. Ну вот, Геннадий, я посадил аморфофалус вермигрунт. Останется дождаться весны, и в сезон начала вегетации буду подкармливать его тем удобрением для цветов, что вы прислали. Покушать это растение очень любит. Надеюсь, следующий клубень, который я увижу, будет не размером с мандаринку, а размером с приличную хорошую апельсинку. Всем пока, ребятушки! И, Геннадий, еще раз спасибо.